Существует весьма небольшое количество автомобилей, именуемые «рабочая лошадка». Они должны а. недорого стоить, б. дешево ремонтироваться, с. быть современными и долговечными. Из разряда иномарок таковых-то и немного, и Hyundai Accent – один из таковых. Собирается этот автомобиль в России, и отсюда преимущество в цене. Из ряда корейцев он не является репликой автомобиля 1984 года. Двигатель имеет солидный запас прочности, задний мост – это независимая подвеска, а не качающаяся балка. Не по размерам достойный багажник и впору рабочей лошади, не марки и не царапающийся салон. Машина широко распространена по всему миру и служит экономичным автомобилькой на каждый день и в странах ценой бензина от 2 евро за литр. Сегодня и сейчас приобретение этого автомобиля по всем льготным программам правительства Российской Федерации реально выгодно. В Автограде на Правды 59. Говорят, что старый друг лучше новых двух. Насколько популярна эта машина сейчас и немаловажно наличие запасных частей в Автограде? Да, согласен, запасные части всегда у нас в наличии в Автограде. Ну и, как говорится, на Акцент, это довольно-таки известный бренд, Hyundai Accent, повторюсь. И, как всегда, на Hyundai довольно-таки они долго у нас в продаже в России. И, то есть, следовательно, на них запчасти всегда есть. Что касается надежности этого автомобиля, ну не секрет, что Европа, Азия ездят на Hyundai и вообще в уш не дует. Что касается надежности, да, автомобиль имеет две независимые подвески, то есть типа Макферсон, неубиваемые подвески. Следовательно, на подвеску вы тратиться абсолютно не будете. То есть по надежности и эксплуатации автомобиль как зарекомендовал себя в России и Европе, так на протяжении последующих лет, я думаю, так и будет радовать автолюбителей. Но, тем не менее, кто-то предпочитает все-таки вас, Лада. Что мы можем предложить? Допустим, Лада Калина – это сейчас 365 тысяч рублей и выше. Приора – это почти 400. Сколько стоит у вас Hyundai? Hyundai у нас в наличии имеется две комплектации. Самая первая базовая комплектация идет от 408 700 рублей. За это вы можете приобрести 1,5-литровый двигатель, 102 лошадиные силы. Ну и по комплектации это кондиционер и гидроусилитель. Есть более высшая комплектация, стоит она 426 700. Дополнительно в комплектацию входит C4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал заднего вида, плюс их подогрев, а также центральный замок. Вот. По основным характеристикам все тот же 1,5-литровый двигатель и 102 лошадиные силы. Правительство Российской Федерации планомерно ведет программу по увеличению потребительского спроса. Для этого существует программа утилизации. Вы работаете по этой программе? Да, конечно, наш салон обязательно участвует в программе утилизации. То есть на автомобиле марки Hyundai, а также автомобили Tagaz Tiger в нашем салоне вы можете утилизовать автомобиль. И получить то самое 50 тысяч рублей сертификат, и это скидка будет? Да, все правильно, то есть 50 тысяч можете использовать как, допустим, первоначальный взнос для приобретения кредита. Если приобретаете автомобиль за наличный расчет, то из цены нового автомобиля вычитаются эти 50 тысяч рублей. А что Автоград придумал в преддверии Нового года и после Нового года? Потому что праздники все равно продолжаются. Зима – это хорошо, зима – это скидки, зима – это подарки. Да, конечно, Автоград обязательно участвует в таких акциях. И специально для автомобилей Hyundai Accent Автоград сделал такую акцию. При приобретении автомобиля подарок мы преподносим, так скажем, сигнализацию «Аллигатор». Вот, для всех марок «Акцент», как первой комплектации, так и для второй. Для автомобилей, но уже не Hyundai, также имеются новогодние скидки, но небольшие, в размере 10 тысяч рублей. Ну и либо какие-то другие подарки, которые вы можете сами выбрать у нас в салоне. Вот такие у нас полезные советы. Как то, например, как можно покататься целый год практически бесплатно. То есть купить автомобиль и продать его, автомобиль того же года, ну, с потерей максимум 15 тысяч рублей. Как это можно сделать? Вот сейчас и сегодня здесь на Правды 59 в подразделении Автограда продаются Hyundai с ПТС-ками 2011 года. Ну, то есть умно берем, срочно покупаем автомобиль, грамотно его эксплуатируем, не попадаем куда-нибудь там в передряги.
Вот. И к концу следующего года продаем его с потерей тех самых, ну, максимум 15 тысяч рублей и приобретаем себе новый. Вот один из способов ездить постоянно на новой машине, если вы дружите с автоградом.